Привет всем! Вы на канале Топ Армия. Загадочные маневры на геополитической арене снова заставляют мир задуматься, что скрывается за новым ходом России и США. Недавние события на Филиппинах вызывают волну волнений и дискуссий среди политических аналитиков и обывателей. Что стоит за решительной реакцией Москвы на действия Соединенных Штатов и могут ли эти события привести к новому международному кризису? Давайте вместе разберемся в этом запутанном политическом пазле. Россия резко реагирует на новые действия США, которые были расценены как провокационные. Недавний инцидент произошел на Филиппинах, где Москва выразила обеспокоенность по поводу действий американцев. Появилась информация о возможном развертывании ракетных комплексов «Тайфун» США на Филиппинах. Эти действия попадают под договор о ракетах средней и меньшей дальности, в народе известным как ДРСМД. Российские аналитики считают, что такой шаг может серьезно осложнить ситуацию и даже привести к новому кризису, сопоставимому с Карибским. Заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия будет вынуждена отказаться от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если США продолжит свои планы на Филиппинах. Таким образом, Москва решила жестко ответить на действия Соединенных Штатов. Хоть США и Россия вышли из ДРСМД несколько лет назад, но сохраняли негласное соглашение о воздержании от новых размещений ракет. Однако сейчас Вашингтон решил нарушить это соглашение, что вызвало острую реакцию Москвы. Я предполагаю, что такая реакция России не останется без последствий для США. По моему мнению, Россия, вероятно, ответит на размещение американских ракет на Филиппинах путем развертывания своих ракетных систем в странах-партнерах. Куба и Никарагуа с хорошими отношениями с Россией могут стать потенциальными кандидатами для таких действий. А как вы относитесь к недавней реакции России на предполагаемые действия США на Филиппинах? Считаете ли вы, что возможное развертывание американских ракетных комплексов может привести к новому кризису, подобному Карибскому? Поделитесь своим мнением по этому поводу в комментариях под видео. Ну а на этом выпуске от канала Топ Арми, конечно же, не заканчивается. И чтобы не пропустить следующий выпуск, надо обязательно найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока-пока!